Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 22 года, у меня такая проблема. Сегодня был мой первый рабочий день, и на работе, как и на прежней, надо мной насмехались и обижали. У меня такое ощущение, что люди меня не любят, и у них какое-то предвзятое отношение ко мне. Меня сегодня ругались, придирались ко мне, насмехались, мне от этого всего неприятно и обидно. 3 месяца уже ищу работу, постоянно терплю одни неудачи. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, как быть, мне нужна помощь. Пользователя, задающего данный вопрос, зовут Артём, соответственно, буду обращаться к вам, Артём, именно по такому имени. Если это не ваше имя, то, соответственно, прошу меня извинить. Если ваше не настоящее имя. Смотрите. Первый вопрос, который у меня к вам возник, когда я читал ваш текст, он, как ни странно, был не про вопрос. То есть, как бы, ну, если вас принижает, да, значит, как-то вы принижаете сами себя. Если вы принижаете сами себя, то это, скорее всего, история про то, что вы пытаетесь быть лучше, чем вы есть. Вот. Ну, это так, на скидку. Как ни странно, мне хотелось вас спросить вообще не об этом, а, как ни странно, мне хотелось вас спросить про то больше. Вы работу зачем ищете? То есть, знаете, как бы, вы вызываете ощущение такой, знаете, потерянности, такое ощущение безвекторности. Я имею в виду, ну, вашего движения, скажем так, вашего пути жизненного. Вот. И именно такое чувство вы вызываете, к сожалению. И, соответственно, это, как правило, априори вызывает тревогу. Если не всегда, то практически у других людей. Потому что, сталкиваясь подобной реакции, человек может испытывать неприятное ощущение, что, ну, вот он так может, то есть вы, ну, значит, и со мной такое может случиться. Это неприятно, соответственно, я буду человека пытаться как-то принизить, да, там, как-то вот подавить, вот, только чтобы мне было спокойнее. То есть здесь, в принципе, все достаточно банально, вот, но, повторюсь, основой является именно то, что вы, как мне кажется, даете ощущение потерянности, куда вы идете, для чего вы идете, зачем вы идете на работу. Можете ли вы хотя бы мне на этот вопрос ответить? Это ведь очень важно, как мне кажется, как мне видится. Это очень важный момент. Можете ли вы ответить мне на этот вопрос? Можете ли вы себе сами ответить на этот вопрос? Постарайтесь, по крайней мере,
это сделать. Да? Это первое. Второе, собственно, то, что касается вашего отношения к себе, то, как вы себя видите, то, как вы к себе относитесь, то, как вы себя подаете, и в какой-то степени, с одной стороны, вот эта вот неустойчивость, с другой стороны, вот эта позиция немного детская, меня обижали. Да, то есть, вот, ну, в какой-то степени, может быть, ну, незрелость, может быть, незрелость. Ну, ваша незрелость, я имею в виду, конечно же. То есть, вот, ну, чисто формально вы взрослый человек, ведете себя как взрослый, выглядите как взрослый, но являетесь ли вы взрослым на самом деле? Вот что важно, как мне, по крайней мере, кажется. Поэтому я бы здесь сделал акцент на этих вещах. Вот. Ну и, конечно, если вы изначально боитесь, что вас, ну, как бы, что вас обидят, если вы изначально боитесь, что к вам вот как-то будут относиться не так, то, скорее всего, вы же сами и притягиваете такое к себе отношение. Вот. Поэтому на это, как мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. И в целом рассмотрите возможности, вариант психотерапии, потому что, скорее всего, за, ну, в формате вот такого ответа на вопрос вам помочь не представляется возможным, в принципе, потому что если, ну, вы жили, вот, ну, грубо говоря, так, как жили вот в течение, ну, там, какого-то вот продолжительного времени, да, например, то не просто вам будет поменять свою модель поведения. Без поддержки, без сопровождения, без направления это будет довольно сложно, как мне кажется. Вот такой ответ примерно я
хотел бы и мог бы вам в данном случае с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, успехов вам!